Самое плотное, самое тошнотворное из всего спектра эмоций, которые пожирали меня, было чувство полного одиночества. Одиночество, жалость и беспомощность. Вот и все я. Наиболее отчетливо, не считая абсолютной любви и привязанности, я ощущала зависимость. Люди ждут благодарности, когда думают, что спасли тебя от опрометчивого шага. Шага, который, как ты сам предполагал, избавит тебя от второй части твоей невыносимой автобиографии. Я потребовала нести ответственность за то, что я теперь существую против своей воли. Я представляла, что мои воспоминания — это кадры на пленке. Я писала о вещах в прошедшем времени, и мне казалось, будто это было давно. Будто я полирую свое без пяти минут забытое прошлое. Я ненавижу дни, когда мне тяжело застегнуть рубашку или умыться. Но как бы больно мне не было просыпаться по утрам, больнее думать о том, что станет с ним. Если я однажды не проснусь. Спустя столько лет.